яйцо, какой-то пельмень. Нужны экстренные меры. Если твое лицо похоже на пельмень, милочка, то нужно срочно применять контуринг, а иначе ты будешь ходить как лохушка. Так, и вот эта вот кремовая фигня цвета детской неожиданности должна спасти мое лицо. Ну и как теперь найти, где на моем лице должны быть скулы? Ой, блядь. По-моему, я выгляжу как бочующийся индеец. Блин. Счет краше нифига не стало, скорее наоборот. Сука! Все круги как руки, у меня... Говно. Да, что-то я какая-то нефотогеничная сегодня, может, фильтрик ебануть? Так, надо сейчас сделать там что-нибудь фэшн. Ах, сука, черт такое-то. Так, чё? Первый признак старения? Зина, ну ёб твою мать, всё. Вот и пришла старость. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Так, как нам красного делать с рукой? Боже, чё за культявка? Кать, чем ты тут занимаешься? Ты пожрать приготовила? Только одно тебе и надо. Приготовила, иди. Жри. Господи. Достала же красота. Дебил. Кать, слушай. Вот смотри, короче, Зеленский, он же юморист. И сейчас он президент Украины. А вот что ты можешь? Вот ты же тоже юмористка. Что можешь ты глобально сделать для этого человечества? Бэнг. Вот это жопа. Ты ничего? Кать, знаешь, твоя жопа вообще вне всяких сомнений. Твоя жопа, она как луна. Что? Какая же плоская? Вообще-то луна круглая. Ты что хочешь сказать? Что я еще и тупая? Ты меня не любишь. Люблю. Ты меня не уважаешь. Уважаю. Ты меня не ценишь. Ценю. Ты меня не поддерживаешь. Поддерживай. Спорь со мной. Это вообще ни на что не способен. Ты меня не любишь. Люблю. Не ценишь меня вообще. Ценю. И не уважаю. Уважаю. И ухожу. Куда? О, кушай, вкусно? Да. Слушай, а хочешь, я еще, короче, с пивком сгоняю, и мы в футбик посмотрим, а? Да. Все, пару минут, сняли. Кать! Чего? Парни, я тут... Ты что, с ума сошла? Я не накрашена, и у меня косметики с собой нет. Это не проблема. Я тебе сейчас такой мейк сделаю. Я на курсы визажистов пошла, ходить, подожди. Вообще бомба будет, я тебе говорю. Вообще в ней нашел. Короче, надо создать левый аккаунт и написать ей в директ, что у него есть жена и 10 детей. Пусть страдает. Еще тоже сиськи выставлю. Поймет, что потерял. Это что? Он ей на день рождения машину подарил? Сука. И ты представляешь, женится на этой страхолюдине, ага.
Кать, тебе что? Сама давно замужем. Да ты что, мне вообще все равно. Так просто девочки рассказали. Да, вам пока. Ой, ну вот баба дура. Сколько у нее стоит пост? Не, ну если у этой ТП получилось, то я-то точно смогу. Угу, я же умна. Так, что снимать-то? Петь я не умею. Вайны тупые эти снимать я не буду, я же не тупая. А, точно, обзоры! Всем привет! Сегодня я буду делать обзор на слаймы от Марии Кукса. Слайм розовенький, вкусно пахнет. И херово достается. Окей, Google, как смыть лизун с волос? А ты что, Мишка из 11-го лайкнул мою фотку? В каком классе учусь? В 9-м. Просто выгляжу моложе. Да. Крепкие. Так, а если он позовет меня на свидание и полезет целоваться? Целоваться я не умею. Фу, гадость. Так, а че ты мне не пишет? Вот я тупая, он же лайкнул. А я должна сообщение написать. Че? Да сама ты малолетка. Я вообще-то со старшеклассником встречаюсь. Привет, прости, случайно лайкнул твою фотку в ленте. Случайно ты родился, придурок. Блин, я по-любому брекет увидел. Будет твой маленький. Ну ты чего? Ну я вырасту? У меня вот большие сиськи. Ну ты пожалей. Будешь еще локти кусать. Да, придется искать работу. Интересно, работа за 30 тысяч. Интересненько. Здравствуйте, а вот хочу к вам на работу. Макдональдс? Не, спасибо. Я не для этого в Москву переезжала. Массаж салон, здравствуйте. А вы знаете, я очень хороший массажист. Руки богини. В смысле, какой размер груди? Да пошли вы! А образование? Выше домашнее. Так, опыт работы. Очень опытная, безработная. Алиса, а скажи, а как ничего не делать и зарабатывать кучу денег? Вот этого я не знаю. Алло, здравствуйте, я вот слышала, вам бэк-вокалисты нужны в караоке, да? Я такая бэк-вокалистка вообще. Спеть? Парней так много холостых на у... Не моё. Алло, здравствуйте, это Макдональдс? Да, вам там ещё требуются сотрудники. Ага, запись. Но кто-нибудь ей когда-нибудь скажет, что она уродина. Неужели она этого не понимает? Господи, и откуда это говно у меня в ленте? Как это развидеть? Нахрена так обкалываться, я не понимаю! Нет, ну видели, что у нее с зубами? Я чуть не блеванула! Говна! Че, кроме того, как кривляться и копировать фантазии, ни на что больше не хватает? А, здрасте всем, скажите, пожалуйста, как тут дизлайк поставить? Верну любимого. Ты что, лошадь? Не, ну раньше, конечно, контент был огонь. А сейчас скотилась. Да кто вообще подписан на эту клиническую идиотку? Вы чё, тупые? Вообще-то я заслуженная мать 20 детей. А чего ты билась ты? Убожество, ни ума, ни фантазии. Приворот и отворот и гадание на таро. Ты вообще в курсе, что тупа? А, ты, Скай!